Всем привет! Сегодня у нас будет роллинг на аккаунте моего подписчика под ником Тор, который находится в гильдии Украина. Красавчики просто. Так, гильдия Украина, босс 21. Говорю, босс 21 уже переролил сегодня. Босс в 21.00, заявки через Viber 050-751-2068. Места, как видите, первые, вторые, скорее всего, на битве гильдии, на атаке фортов. Гильдия активная, 64-75, да, неплохо, неплохо. Так, что тут у нас есть? Сегодня мы будем ролить героев, аккаунт, сразу говорю, донатный, лям задонено. На аккаунте все, что надо есть, не хватает ему последнего героя, насколько я смотрел. 129 тыковок. Видно, человек увлекается роллингами тоже. Так, 4 мага. Анубис есть запасной. Возможно, повторки нужны. Посмотрим, что по ресурсам. Ну, ресурсов не так уж и много, как на моем аккаунте. Вечно нуждающийся. Так, смотрим его алтарь. Ну, я бы, конечно, талантики паролил на его месте. Так, 4. Драйки интересные. Душек хорош. Лео супер. Пойдет. Пойдет. Нормально. Желательно было бы пятерочку. Минотавр. Супер. Хорош. Нормально. Ну, точнее, топово. Пойдет, но надо уже докачивать на такой силе. Так, 7-8, хорош, хорош. Нормально. Это, походу, для воодушевления будет. Так, тут понятно, понятно, понятно. Интересно. Понятно, понятно, понятно. Приговоров падает нормально. Так, ну это супер. Надо только уровень поднять. Наверное, повторочки надо будут. А ну-ка, давайте эволюционировать. Да, надо повторочки Ронина. Однозначно. В общем, нам надо будет кучу повторочек набить. Так, ворожай тоже повторки нужны. Где тут у него заканчиваются? Ронин, ворожай, ведьма. Ведьма хватает. Че по ворожаям? Афина одна только есть. Ворожай. Ремочный. Ворожай, ворожай. Ворожай надо, Ронина надо. Так, черепа. Анубисы тоже неплохо было бы с каменкой. Он сможет смену сделать, второго прокачать. Малышник. Ну и все, пошли. Допы, Фрея. Он ее не качает или качает, странно. Бигфут. В общем, хороший донатный аккаунт. А, есть ворожай, еще один Бигфут вижу. Ронин даже есть. С БВшкой не вкачанный. Хорошо, роллинг у нас сегодня будет под акцию. Сегодня у нас акция на найм героев. Заработай на героях. Называется. Сейчас посмотрим, что там у нас падает. Так. 180 очков. Ну, как видите, за 500 очков нам дают 10 ящиков славы, самоцветы возвращают. Ну, в общем, паролим до последнего. Так, побежали на склад, пооткрываем карты. Изначально он просил. Так, что тут у нас по картам? Поехали. Это нормально. Использовать давайте сразу 5, потому что тут ничего интересного нам не упадет. А вот выбить нового героя хотелось бы. Так, ну что, поехали, не будем затягивать время, побежали. 450, снайпер. Палач, палач, кристаллический. Так, рандом. Я все, конечно, понимаю, что на моем аккаунте падает хорошо.
Недостающий герой был Грома. Ребята. Так, ну что-то мне это не особо нравится. Дракула-укротитель. Спасибо, но не то. Мы ищем повторки. Да что такое? Гаргул. Гаргул у него прокачанный. Сердцеедка. Ведьма. Ну, ведьмы тоже у него есть. И ниндзя у него есть. И слизняки у него тоже есть. Так, ладненько. Вроде и круто, но Бигфуты есть на повторку. Как недостающий, в принципе, неплохо вместе с Купидоном. Так, сейчас я еще разок посмотрю. С такого, что редкое у него. Да, у него, в принципе, все есть. Все, что надо, есть. Ролем от фонаря. Рино, Бигфут, Фрэнки. Ну, есть, конечно, героев. Надо повторочки. Побежали дальше. Опять ведьма. Да что такое? Седна. Вот это. Ну, это уже два таких топовых героя мы достали. Так, что там у нас по Седне? Седна. Так, есть она, эволюционировать. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Седна у нас одна есть. А, она у нас даже без этого. Ну, повторочка есть. Еще одна. Поздравляю. Я надеюсь, мы сегодня что-то эпичное достанем отсюда. Так, палач. Спасибо, не надо. Одержимый. Одержимый у него есть. Так, по 150 нам ни хрена не падает. Валентина, добрый вечер. Химера не то. Да блин, рандом, давай. Вот это у меня тоже сегодня такая вот хрень была. По 3. Снова Зила. Ну это, конечно, все круто, ребята, но хочется какого-то трешечка. Кенди. Пора врубать читы. Купидон. Паладин. Короче, читы действуют только на моем аккаунте, походу. Да. Печалька. Капитан Дрейк. Ну, тоже, в принципе, вроде у него он не качанный. Хранитель. Покажись. Вот, это оно, хорошо. Хранитель нам тоже нужен. Тоже неплохо. Еще одна сердцеедка, уже одна была. Да что такое, ну? Дайте имбу. Укротитель. Начало сыпать, блин, но не то. Да давай. Я что-то не посмотрел. У него вообще стрелок есть? А, стрелок есть, хух. Тоже повторки надо. Походу. Так, душегуб. Опять одержимый. Влад Дракула. Блин, ну не знаю, ребят, но что-то как-то. Валентина, рыцарь. Но не тот рыцарь. Друид. Да блин, опять эти эктоплазмы по 3 падают. Сегодня целый день. Палатин. Ну, Фрэнки, еще поздравляю. Фрэнки у тебя, по-моему, не вкачанный полностью. Где там этот Фрэнки? Одного на складе точно видел. И один здесь есть еще. Ну, еще повторочка, две уже есть. Неплохо. Это уже мне нравится. Уже хоть что-то выбили.
Я не говорю уже про нового героя. Смотрите, блядь, сколько рыцарей нам сегодня. Фараон. Да, походу сейчас все ролят, наверное. В ожидании новой имбы. Есть. Еще один Анубис. Ну, теперь можно считать, что роллинг действительно у нас удался. Хранитель Анубис еще выпал. Хорош. Поздравляю. Еще одна повторочка. У тебя уже их там получается два. Сможешь прокачать два по два. Там талантика. В принципе, супер. Одного кинешь на эволюцию. Ну, поздравляю, поздравляю. Вот это оно. Ну-ка, давай еще что-то. Здесь седну надо. Седну дайте. Смотрите, блядь. Все. Анубиса получили. И сосите лапу называется. Рыцарь. Хорошо, идем. Идем, идем сюда. Сейчас мы еще что-то вытащим. Но это не точно. Ой. Забрать. Забрать. Жалко, конечно, что нам стрелок еще не упал. Ну а так, в принципе, четенько. Ну и нового героя так. 10 косамов забираем. И идем дальше трешивать. Получить. Ну а 10к. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну что, понеслась. Увеличить емкость. Ну, я думал, у тебя уже все увеличено. Оказывается, у тебя не все. Малышник. Еще один хранитель. Вот. Дополнительного хранителя качнет. Повторок мы уже навыбивали. Хорош. Малышник тоже нужен. Так. Еще один малышник. Хорош. Да, хорош. Давай, давай, рандом. Варлок. Да давай уже, давай. 2к. Вы видели, да? Валентина. 150 и 150. И опять, блин, студеный рыцарь. Фу. Бум. Хорош. Я рад, честно говоря, роллингам. Правда, у него на аккаунте все, что хочешь, уже есть. Кроме последнего героя. Надеюсь, он его все равно скоро соберет. Если он донат делает такой, то, думаю, осколками рано или поздно он его соберет. Смотрим, что мы там такого интересного сегодня выбили. Так, ну, паладины, ниндзи, рыцари. Это все понятно. Это все понятно. Купидончики. Так, это все было. Дракула, бульдозер. Варлок. Получили. Трианта не помню, не было. Дрейка повторочку получили, уже хорошо. Гаргула получили, Кенди у него хватает. Валентин тоже набили. Душика получили. Ну, укротители Лео хватает, хватает, хватает. Вот малышейников добили. Хранителей 3, это считается на 60к очень хорошо. Сердцеедок выбили. Ну, самый топ это Анубис, Фрэнки, Бигфут и Седна. Ну, они у него, конечно, уже есть, но в качестве повторок, думаю, для экономии то, что надо. А так, в принципе, аккаунт неплохой. Сейчас посмотрим, что у него тут. Ой, красавчик. АЕ затащил. Осталось АФ еще немножко. По турнирке понятно. Что у него в КБшке делается. 25 уровень. Хорош, хорош. Неплохо, неплохо. Вот единственное, что доната он, видимо, давно играет. Донат у него умеренный, поэтому у него нету там Некроса и прочих. Ну а так, в принципе, Ронина, конечно, хотелось бы еще выбить. Неплохо. Что по подземках?
Кошмарки. Начал седьмые проходить. Тоже довольно неплохо. Ну, талантики надо подкачать немножко. Тыковку надо подкачать. А так очень хороший аккаунт. Ну, еще раз рекламим. Гильдия Украина. Родная. Босс 21.00. Заявки через Viber. 050-751-2068. Первые, вторые места БГ, атака фортов. Все. Подписывайтесь на канал, кидайте заявки. Повыбиваем вам имба героев. Не обещаю, что всех, но некоторых точно им достанем. Пишите в комментах, как вам такой роллинг. Нападало довольно-таки неплохо. Нападало действительно достойно. Но хотелось бы, конечно, недостающего героя выбить. А так, в принципе, поздравляю владельца аккаунта. Пиши еще, если надо будет. Я люблю тратить сам. И все, всем пока.